Давайте разберемся, кто же такой иллюстратор. На сайте я нашла такое понятие, что коммерческий иллюстратор — это художник, который создает за деньги оригинальное произведение. Но я не совсем согласна с этим понятием, потому что художник и иллюстратор для меня — это все-таки немножко разные профессии. Иллюстратор — это профессия на границе с художником и дизайнером. Иллюстратор должен уметь не только красиво нарисовать, но и сделать так, чтобы его работа отвечала запросам заказчика. Кто такой профессиональный иллюстратор? Это человек, который слышит своего клиента, а также может предложить несколько решений задачи быстро и понятно. Создает качественные иллюстрации, которые имеют товарный вид, укладывается в сроки и готов вносить изменения на любом этапе проекта. Многие беспокоятся, что им уже поздно начинать карьеру иллюстратора, что у них нет специального художественного образования. Здесь под специальным художественным образованием я имею в виду обучение в колледже или, например, в университете. Здесь дело лично каждого, как вы будете получать знания. Да, у меня есть художественное образование, но я знаю некоторых успешных иллюстраторов, которые его не имеют, и они заканчивали вузы даже не по смежным специальностям. Будьте уверены, что ваши заказчики никогда в жизни не попросят корочки о вашем образовании. Зато им очень интересно посмотреть на ваше портфолио и оценить ваши профессиональные навыки. А как вы их получите, решать только вам. У вас есть выбор – пойти в университет или заняться самообразованием. Тут вам на помощь приходят и онлайн-курсы, вебинары, марафоны, различные книги и множество других ресурсов. Теперь давайте разберемся, где может работать иллюстратор. Во-первых, это книжная и журнальная иллюстрация. Также существует такое понятие, как работа на стоках. Можно работать на границе с дизайном, например, создавать иллюстрации для упаковок, логотипов или визиток. А можно пойти, например, немного в другую сферу, такую как реклама, и заняться уже плакатами и баннерами. А можно пойти в CG-иллюстрацию и заняться разработкой игр и приложений. Я уверена, что на абсолютно любую работу и любой стиль найдется своя аудитория и свой заказчик. Главное — это любить свое творчество и, конечно же, постоянно-постоянно развиваться. Научиться создавать иллюстрацию может каждый, и я покажу вам как. Я училась рисовать еще в университете и скетчила на скучных парах, чтобы хоть как-то провести время с пользой. И в один момент мне подарили планшет, и моя жизнь очень круто изменилась. На тот момент я, кстати, неплохо уже знала Photoshop, но к планшету я привыкала довольно долго. У меня сразу возникли сложности, ведь я не знала, с чего начать, как подступиться к планшету, да и вообще, как построить новый процесс рисования, если до этого я скетчила только на бумаге. Но чем больше я рисовала и экспериментировала, тем больше я понимала, что очень люблю диджитал-иллюстрацию. И вот за 2 года я наработала свою базу клиентов, а сейчас работаю с крупными заказчиками. Вот такой вот простой подарок очень круто изменил мою жизнь. Мое любимое направление — это рисование эмоций персонажам и придумывание сюжета к иллюстрациям. И всем своим опытом я поделюсь с вами. Вместе с командой Photoshop Master мы создали полноценный онлайн-курс «Основы коммерческой иллюстрации». Он состоит из уроков теории и практических упражнений. И все это с моей поддержкой и чутким руководством кураторов на платформе Photoshop Master. Вы поймете, что для того, чтобы научиться рисовать, вам совершенно не нужен дорогой планшет, но вам нужно желание трудиться и стремление к результату. По итогу курса у вас будет набор стикеров с животными, а также одна полноценная иллюстрация с персонажем, которую вы уже можете добавить в свое портфолио. Но сам курс — это еще не все. Вас ждет активный чат с единомышленниками и марафоны с подарками после каждого потока курса. Вы точно не останетесь одни и дополнительно закрепите все полученные знания. Я Инна Гревцева, и это мой онлайн-курс на платформе Photoshop Master. Поехали!